Hello, my friends. И тут вы такие, где? Всем привет, ребят. К вам я вернусь попозже. For my foreign subscribers, I want to explain the condition of the competition where you can get a top heroes absolutely free in my channel. You need to make the following conditions for this. Every morning I roll hero for 450 games, and you can guess the combination of heroes and get a prize absolutely free. There is only one winner every day. The prize will be given to the first person who guesses the combination of three heroes. There are many heroes and prizes depending of the combination of heroes from rolling. You can write heroes in random order. Guess combination of blue and green hero, you can get Lavanica. It's not bad, I think. Combination with one legendary hero, you can get one of three heroes. One of them Zephyrica, Rambat, and Mary. Combination with two legendary heroes. You will receive all three heroes, Zephyrica, Rambat, and Mary. And probably the most real and not bad idea for people who guess three legendary heroes. I will give him my test deck on US Android server with all heroes. That's all. If you already have heroes, you can choose a pack in the equivalent of the cost of heroes on store on your server. That's all. А теперь поехали, я вам объясню, что это такое. Для тех, кто не совсем понял мой английский. В общем, я сейчас вам открою даже табличку и для англичан, чтобы вы понимали, что нужно сделать и как оно все будет выглядеть. То есть тут не все так просто, но я думаю, довольно-таки интересно. Так, где там моя табличка комбинации героев? Ну, я для англичан, for English people who can speak English, read for you hero combination. First, one of this combination, you can get this prize. Ну, я думаю, вы поняли. Мои русские и так знают, что надо делать. В конце будет дальше описание, я потом это добавлю под видео. Ну, Лаваника, Огник. Вторая категория, это если вы угадываете одну, то есть комбинация выпадает с легендой и два обычных, то есть там синь-зелень, вы можете, то есть в такой, без разницы в какой комбинации, вы должны будете назвать, ну, все как обычно, то есть вы должны назвать героя, написать, и вы получите, соответственно, приз. Кто первым это угадает, потому что может быть, что будет два человека, то есть кто первым напишет, по времени угадает, получите одного из этих героев, то есть Мэри, Барт, либо Зефирика. А третья категория, если выпадает две леги и кто-то угадывает. То есть такое тоже может быть, это не исключаю. Приз сразу же три топовых героя. Четвертая категория, то есть вы угадываете абсолютно
Три леги, ну я не знаю, это бывает. Я не верю, что, конечно, но я надеюсь, что это может когда-то будет. Может, к тому времени мы вообще сольем аккаунты и перестанем играть. Посмотрим. Вы получите мой аккаунт на английском сервере с персонажами. Дальше. Условия для участия. Competition Terms. Подписка на канал. Это обязательно. На мой первый основной канал ссылочку я вам добавлю. Это канал по битве замков. Второе, должна быть подписка на канал. Мой второй, где я стримлю другие игры помимо битвы замков. То есть у вас должна быть подписка и на тот канал в любом случае, если вы хотите участвовать. Никто никого не заставляет. Подписки должны быть открыты для поверки. Subscriptions should be open for check. Что это означает? Я вам открою. Рабочий стол. Вот, допустим, мой рабочий стол. Вот мой канал, да. Главные каналы. То есть у меня открыты подписки. Если зайти, вот каналы, на которые я подписан. У вас точно так же должно быть. У вас должен быть вот этот вот канал. Второй мой и основной это вот этот вот канал. Вот этот. То есть это два канала, на которые вы должны быть обязательно подписаны. Поехали дальше. По условиям. Немножко не то закрыл. Репост утреннего видео, где я определяю победителя для участия в конкурсе. Любая социальная сеть. Контакт, Facebook, Twitter, там что там есть еще, Instagram даже можно. В принципе, зайду, тоже могу проверить. То есть именно видоса, который идет перед этим. Repost of morning video where I determine the winner to participate in social network in contest. Ну, то есть, я думаю, это понятно. То есть, вы должны будете оставить, ну, сделать этот репост, ну, этого видоса, чтобы он продвигался дальше. Ничего, думаю, сложного нет. Нажали на галочку и сделали репост в социальную сеть, где вы сидите. Дальше вы должны оставить под видосом комментарий такого типа comment example. Герой в свободном, без разницы в каком порядке. То есть вы должны угадать одного, и не одного, а сразу троих героев. Одного это круто будет. Ссылка, второе, должна быть ссылка на место, куда делали репост. Тоже думаю, ничего сложного, информация, как с вами связаться, то есть как, чтобы я с вами списался по поводу получения приза. Пример комментария, вот у вас есть там, допустим, Warlock, бочка Дриада, куда сделал репост, оставили страничку и как с вами связаться, если отличается там ВК, там, либо связаться с вами проще через телегу, то есть без разницы. Фома и English subscribers, example comment, hero can be right in random order, link to the place where you repost my video, information how to contact with you, Viber, Telegram, VK, Line, WhatsApp, example for comment, you can read under this video, в общем, в принципе, ничего сложного. В этом видосе участвую, ну, в этом, это конкурс ежедневный, есть победители, есть ребята, которые выигрывают. Ничего, думаю, сложного. Я решил немножко улучшить условия. Я думаю, это интересно. Если вы там, у вас есть опник, вы получаете эквивалент этого пака. Почему я не делаю больше, там не меньше? Потому что в основном я рассчитываю на то, что без доната получит. Ну, как правило, бывает очень зачастую выигрывают люди, у которых есть. Поэтому я решил ограничить это паком в эквиваленте стоимости на рынке в данный момент.
если этот вы выиграли там, допустим, Зефира, он стоит там 20-30 долларов на английском сервере, соответственно, вы получите такой пак. Если вы выиграли там 3 героя, они у вас есть, вы получите пак в эквиваленте. Если же у вас нету, вы получите героя. То есть вы вправе даже отказаться, если вам мобник не нужен. Вам нужен пак, не знаю, какие-то ресурсы, это все зависит от вас. То есть чем выше шанс, все зависит от рандомчика, чем выше шанс, тем круче, скажем так, чем лучше выпадение героя, тем круче награда. Поэтому это, скажем так, развлекуха, не знаю, вот мне интересно просто удача, кому как везет. Ничего сложного, еженеделька, это еженеделька, по ней я сделаю отдельный видос, расскажу. Я решил переделать немножко конкурсы на канале, поэтому вот такие вот, ребят, условия. Кто хочет, участвует, кто хочет, не участвует, никто никого не заставляет. Я считаю, получить на халяву, угадав одного, двоих, трех героев, ну, это нормальные призы. В общем, все зависит только от вас, поэтому поставили лайк, посмотрели видос, я этот видос выпущу уже после утреннего обзорчика, то есть вы под утренним обзором можете свободно зайти, оставить комментарий и уже ждать следующего дня. Это делается каждый день для тех, кто в танке, кто не знает, как это делается. То есть ничего сложного. Утренний видос, вы увидите, там будет угадайка надписи, либо я буду их обозначать угадайка, там и буду ставить номер. Договоримся даже так. Будет маленькими, там, не знаю, буковками, либо в названии, если будет хватать места. В принципе, с такого все я вам рассказал, показал. Думаю, все понятно. Кому непонятно, приходите на стримы на второй канал, если там есть, либо пишите. Ссылка на мой ВК есть, ссылки на телегу и остальное тоже есть. Подписывайтесь, и будет вам счастье. Все, всем удачи, всем пока.